Калпашевские пенсионеры примут участие в областном чемпионате по компьютерному многоборью. Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров проводятся на базе Калпашевского социально-промышленного колледжа. Навыкам работы на компьютере, смартфоне и пользованию ресурсов сети интернет людей старшего поколения обучает преподаватель информатики колледжа Наталья Криницкая. В этом году на курсы было записано 12 человек. Курсы проходили 2 недели. Здесь мы, конечно, научились устанавливать приложения, работали с переводчиком, с распознавателем штрих-кодов, музыки автора-исполнителя, ну и, конечно, таких социальных контентов. Но в основном, конечно, мы работали с приложением Яндекс, так как это приложение позволяет работать с документами, таблицами. Полученные в рамках обучения знания старшее поколение не только применяет на практике, но и демонстрирует в рамках регионального чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Калпашевцы неоднократно становились призерами областного конкурса. Участвовать в чемпионате наши пенсионеры будут и в этом году. По окончании курсов компьютерной грамотности состоялся отборочный тур муниципального этапа областного чемпионата по компьютерному многоборью. По итогам выполнения конкурсных заданий победили Ольга Маслякова и Ольга Шибека. Именно они будут представлять наш район на областном конкурсе, который состоится в мае. В настоящее время в рамках занятий женщины готовятся к предстоящим испытаниям. Они совершенствуют навыки владения устройствами и сервисами. Сегодня мы рассматриваем те конкурсные задания, которые проходили на всероссийском конкурсе и областном конкурсе прошлого и ранних годах. Поиск информации они хорошо освоили. Ставка различных объектов тоже и обработка. Для участия в областном чемпионате участники многоборья помимо заявки направляют в оргкомитет свои презентации. В презентации участник должен отразить свои увлечения, когда он столкнулся с компьютером и для чего он ему нужен, что он для чего использует компьютер, в каких целях. Презентация состоит из 5-8 слайдов, где кратко участник должен рассказать о себе. Ольга Маслякова – одна из участниц областного чемпионата по компьютерному многоборью. Она отмечает, что полученные на курсах знания пригодятся ей в повседневной жизни. Через социальные сети заходить, в госуслуги заходить, какие льготы на госуслугах, как можно документы оформлять, как можно записываться к врачу, можно ребенка в детский сад. Добавим, региональный чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров проводится администрацией Томской области, областным советом ветеранов, региональным отделением Союза пенсионеров России. Цель мероприятия – приобщить людей старшего поколения к миру современных информационных технологий, привлечь к активному участию в жизни общества, повысить доступность информации. Конкурс проводится по 3 номинациям. Это работа на смартфоне, работа в поисковой системе Яндекс и задания по информационной безопасности.